Эй, Джонни, мне нужна помощь, чтобы выбрать микрофон для моей студии. А ты заходил на сайт музыкальных инструментов? Да, конечно, я заходил. Нашел там что-нибудь? Там куча всяких микрофонов, Джонни. А тебе нужны все эти микрофоны для своей студии? Нет, я думаю, это перебор. Так как, черт возьми, ты собираешься понять, какие микрофоны тебе нужны? Я не знаю, Джонни. За этим я пришел к тебе. Как же мне сделать это? Ответ – никак. Ты сделаешь несколько тупых покупок и в результате потратишь кучу времени и золота. Джонни, умоляю, помоги. У меня уже голова пухнет от этих микрофонов. Не хотел я в этом ввязываться, но ладно, я помогу тебе. Для таких случаев у меня есть руководство, в котором я собрал все самое важное для того, чтобы выбрать микрофон для своей студии.